Vincono, questi sono i nostri. Ha detto che gli dici qualcosa che sta registrando, di un qualcosa al suo paese. I heard your voice, I was in Italy, and I've been very surprised because you have an amazing voice. Thank you very much. С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш Кудайберген со свойственной ему искренностью и обаянием поздравил с днем рождения Андреа Бочелли, знаменитого итальянского певца, популяризатора оперной музыки, которому сегодня исполнился 61 год. Мы все присоединяемся к поздравлениям. Поклонница Димаша под именем Ladies написала очень трогательный комментарий. «Большое спасибо тебе, Димаш, что уделяешь свое время, заботу, внимание. В каждом своем выступлении ты будто рассыпаешься на множество звездочек, чтобы зажечь свет в каждом сердце. Твоя миссия – преобразить этот мир». Конец цитаты. Как мы уже отмечали на канале «Звездные секреты», Андреа Бочелли и Димаш Кудайберген скоро вместе примут участие в шоу Игоря Крутого, которое состоится 3 ноября 2019 года на ВТБ-арене. Дорогие друзья, у нас есть удивительная возможность поздравить маэстро Игоря Яковлевича Крутого. У него же на концерте, на творческом вечере 3 ноября в Москве. Будем вас ждать. С любовью, Димаш Кудайберген. К слову, у Андреа Бочелли весьма непростая судьба. Он родился в небольшой деревушке недалеко от Пизы. Детские годы провел на родной ферме. С ранних лет начал учиться играть на фортепиано, а также на флейте и на саксофоне. Певец, с детства страдавший глаукомой, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет, после того, как во время игры в футбол ему в голову попали мячом. Будучи подростком, Андреа выиграл несколько вокальных конкурсов, но по окончании школы окончил юридический факультет университета в Пизе и получил диплом юриста. Для Бочелли, поглощенного оперной музыкой, мечтой и целью всей жизни, было желание стать великим тенором. Молодого человека взял в ученики знаменитый Франко Карелли. Это произошло в Турине, куда Андреа приехал в поисках осуществления мечты. На этом с карьерой юриста было покончено, и молодой тенор начал серьезное обучение вокалу. Друзья, очень ценно, что такой великий певец, как Бочелли, увидел в Димаше прекрасного вокалиста. Пожелаем им обоим творческих успехов, а всем, досмотревшим ролик до конца, большой рахмет! Всем счастья и здоровья! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!